Научно-практическая конференция объединения нейроанестезиологов и нейрореаниматологов «Клуб Рунейро» проходила 23 декабря в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Она была посвящена актуальным вопросам нейрореаниматологии. Очень большое было представительство наших индийских коллег из Индийского общества нейрореаниматологов. Это очень серьезное, кстати, общество, которое делает очень многие такие многоцентровые исследования, метаанализы и так далее. Поэтому нам было очень интересно послушать их мнение по разным вопросам. Ну и традиционно уже китайские коллеги участвовали. Доклады представили ведущие специалисты, которые, по моему мнению, движутся в одном с нами направлении, потому что суть доклада и вообще концепция подхода, то, о чем они говорят, очень нам близка, и, в принципе, мы занимаемся одним делом. Один из докладов, представленных на конференции зарубежными нейрореаниматологами, был посвящен актуальной во всем мире теме инсультов и программам расширения терапевтического окна. В скором времени такие программы станут доступны нашим специалистам. В следующем году, прямо с начала января, начинает работать ССК, это скоропомощной стационарный комплекс, таких будет 6 по городу Москва, и туда будут поступать пациенты с инсультом, инфарктом, там будут все новые возможности и технические по выполнению КТ, МРТ, и те программы, о которых профессор говорила. Конференция была аккредитована в комиссии по оценке учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования.